В Москве состоялось подписание протокола к соглашению между Южной Осетией и Россией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, денежного довольствия и социальных гарантий работников. Протокол подписали посол Южной Осетии в Российской Федерации Знаур Гасиев и статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Министр внутренних дел Игорь Наниев выразил благодарность руководству Южной Осетии и Российской Федерации за оказанное содействие в решении данного вопроса. Он отметил, что в ближайшее время сотрудники и служащие МВД получат повышенную заработную плату. А с 1 января 2020 года им будет произведен перерасчет денежного довольствия. Подписание данного протокола, то есть повышение денежного довольствия и материально-технического обеспечения, а также других социальных гарантий, это коснется не каких-то отдельных подразделений Министерства внутренних дел, это касается всего личного состава Министерства внутренних дел. Протоколом предусмотрено повышение денежного довольствия, материально-технического обеспечения, социальных гарантий. Нами будет произведен перерасчет денежных средств и заработной платы уже с 1 января 2020 года. По словам главы МВД, возникли определенные трудности с подписанием протокола в связи со сложившейся ситуацией в мире по распространению коронавирусной инфекции и введенных карантинных мероприятий. Теперь он подписан, и в ближайшее время сотрудники МВД получат повышенную заработную плату. Документ вступит в силу по завершении сторонами внутригосударственных процедур. Елена Газаева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня.